Всем привет, доброе субботнее утро. Я в Казани гуляю, в отпуск уехала. Иду на представление в цирк. Такая кругом красота. Бабье лето в разгаре. Тепло, жара. Сейчас буду проходить мимо сходки байкеров. Один раз в год бывает она. И я вот на такую сходку нечаянно попала. Вернее, иду мимо. Я почти пришла. Вот цирк у меня там впереди. Минут 5 до него ходьбы. А вот здесь я иду мимо такого вот сборища. Коллег по хобби, что ли. Сколько много техники. Здесь стадион. Перед стадионом свободная площадь. И вот они каждый год здесь съезжаются, встречаются, общаются, поминают, кого уже нет, кто разбился. Вот какая-то тут каста в белых одеждах. Не знаю, что это означает. Ну вот только в одном месте они тут все в белых кофтах, футболках. Девочки в юбках белых. Это я так иду к цирку. Вон цирк. Тут с краешку я их снимаю. Там их много-много. Вот. Большая площадь. Их там много. Вот какой красавец. С кисточкой волос искусственных. А вот какой, мама дорогая. Красавчик. Блестящий. Красивый. Милиция стережет их. Подъезжают, все подъезжают и подъезжают. Красивый, блестящий. Покажу всем. Ой, какие красивые. Всяких мастей, всяких расцветок. Большая площадь, много народу, они тут тусуются, общаются между собой сами. Вон там дальше. Я на автобусе ехала мимо. С автобуса получишь панорама-то. Так, цирк стал поближе. Идем к моей цели. Сегодня представление шоу без животных на 2 часа. Не знаю, высижу я или нет полностью. Бурятский цирк будет выступать с программой. Приехали такой, как сказать, новый, так скажем. Вот тут анонс везде, это по городу афиши расклеены. В общем, я что-то заинтриговалась и решила, думаю, что в номере сидеть, что ли. По магазинам ходить тоже как бы не находишься. Все везде одинаково. Думаю, схожу в цирк. Хоть я и уже взрослая тетенька, но прогуляться можно. Это я уже прошла в здание цирка. Вот такое здание цирка было.
в городище Казан в 19 веке. Совсем не круглая, да? Как мы привыкли это видеть. Цветочки тут агланемы какие шикарные, пышные. В огромных этих горшках. Вон их тут целая по кругу. Представляете? Вот я чего удивилась. Как же я не могу обратить внимание на цветы. Ну, тут стенд тоже. Даже Чарли Чаплин выступал в Казани. Силачи, борец-профессионал. Лошадки, медведи. Почетный билет в цирк. Почетно было, наверное, в цирк попасть. Это кто у нас? Клоун, дрессировщик с собачкой. В Казани вот был такой цирк. Вот, госцирк, это, наверное, уже, ну да, 30-е годы 20 века. А древний был вот такой деревянный. Ну, тоже, в принципе, круглообразный, только с углами, да? Круглого дерева не было. Но как бы он круглым не выглядит. Так, там, значит, кафе. Всякие вкусняшки можно купить, воды попить. Ну, все как везде. Там тоже кафе. Буфетная зона, так скажем. Туда на балкон вход выше по лестнице. Вот какие цветочки здесь, в фойе. Красота. Спатики шикарные. Огроменные. Но это, конечно, не сенсация. Но все же. Тут пуфики не пройти туда. Сейчас обойдем. Ну, и тут тоже. Света тут, конечно, мало. Обращаем ваше внимание на то, что в проходах и зрительный зал установлено технологическое оборудование, предназначенное для циркового представления. Просим вас быть внимательными и осторожными. Тут торговля, сувениры. Ребятишкам всякие игрушечные. Так. Здесь фотозона, наверное, я так думаю. Против солнца плохо видно. Игровая зона. Фотографируются. Цирк Бурятии. Люди фотографируются с ребятишками. Здесь мостик, можно сфотографироваться. Здесь цветочки искусственные. С подсветкой красиво смотрится. Такая. Ну вот зона неудачная. Это против света бледненько получаются эти фотографии. Тут тоже попкорн. Так я пошла по кругу. Здесь агланемы все идут по всему кругу. И так часто это сравнительно это наставлено по всему периметру, хотела сказать, по всему кругу. Вон огромная монстера. Здесь тоже наверх на балкон вход подниматься. Тут тоже игровая зона. Тут еще кафешка. Тут какие-то витрины интересные. Подойдем, посмотрим, что тут нам пишут. Витрины интересные. Кольца для жонглирования. Реквизит жонглера. А тут что, награды коллективу Казанского цирка. Ух ты. Вот медали. Всякие. Не вижу мелкосоюз искусства и комедии. Не могу разобрать. Далеко и мелко написано. Здесь клоуны, фигурки, всякие разные красивые, а цвета плохо показывает, отсвечивает, всякие медальки.
так интересно. Не могу прочитать ничего. Союз искусства и труда. Деревянные кольца жонглера. Детей много, конечно. И выступали в разных. А это тоже награды. Кубки. Так, это что у нас? Призы, фестивали, конкурсов детской цирковой школы. А, детей. Тут тоже учат цирковому искусству. Там грамоты, диплом, статуэтки тоже какие-то. Ну, связанные с цирковой деятельностью. Никулин статуэтки. Ну, в общем, пока так. Сниму представление несколько минуток вам. Пойду место занимать свое. Разъехались байкеры. Вон площадь освободилась. Вот они в разные стороны тут разъезжают вокруг цирка. Все, сходка закончилась. Все вопросы порешали. Пока я тут рассматривала цирк, все разбежались, разъехались по домам, по сторонам, по своим, в разные стороны. Тут как мураши разъехались. Казанский собор рядом прям с цирком. Обалдеть, красоты невероятной. На возвышенности, как всегда, на рвах на этих оборонительных. Вот тут башни. В каждом миллионном городе есть такие... Ой, как они называются? Кремли. В Нижнем Новгороде есть Кремль Нижегородский. А в Казани вот Казанский Кремль. Потом в Питере-то это застава, так как она называется, там на этом, ой, на острове-то. Обнесены стенами. Стены служили для защиты. Отсюда начиналось, вернее, тут было городище древнее, Казан. И так же, как вот в Нижегородской. В Нижнем Новгороде тоже вот такой вот Кремль. Откуда идет вот это вот все Кремли? Это вот, я что хочу сказать своими словами. Это городище для защиты служили вот эти вот валы и стены. Поселковое такое место. Оно от врагов было защищено. На возвышенности стояло. И когда враги наступали, допустим, это все по округу, все было как бы заграждено от врагов. Стены высокие, толстые. В Питере 1.5 метра толщина стен, чтобы пушечное ядро не пробило. Ну и тут же такая же система защиты. И потом уже вокруг этого городища город рос. Вот такой красивый большой город вырос. Вот такие вот красивые кремли есть в больших городах, миллионниках.